Приветище, амигос! Сегодня заценим Just Cause 3. Вот, кстати, как правильно читать это название этой игры? Я смотрел даже в интернете, на сайте, где можно даже послушать произношение. На каком-то языке там произнесли куз, по-английски типа коз. Я бы прочитал в стиле задорного типа chaos. Нашли, как игру назвать, сразу вспомнил игрушку Disciples или Disables, перевод которой даже моя школьная учительница по английскому не знала. Мы тогда с друганом знатно озадачили. Так, значит, игру подарил в Стиме один хороший человек из Германии, попутно рассказав очень классную историю о том, как он одну из предыдущих частей скачал с торрента, а следом ему загрузили DLC-шку с повесткой в суд за распространение контента. Хотели стрясти 5000 евро, и вроде как еще, чтобы он пару лет посидел в роскошной немецкой тюрьме фешенебельного концлагеря. Я не знаю просто, как у них там. Вот, пронесло, в смысле свезло, вроде как благодаря грамотной работе защитнику и удалось избежать. 500 евро взяли с него и отпустили во свояси. Вот вам и Европа, собственно. Я бы на месте некоторых туда не рвался. Я не готов снова платить за музыку и фильмы. Ладно, вы поняли. Вот это третья часть игры. Значит, в предыдущую, я не помню, в обе ли я играл, но в какую-то я играл, где там этот пандак Панай был на каком-то острове. Я не скажу, что игра шибко интересная, но и не скажу, что она шибко говно. Так, по фану побегать, попрыгать, но до конца ее так и не прошел. Просто на то время, по-моему, я установил себе Red Faction, тот, который на Марсе с разрушаемостью, он так-то немножко даже поинтереснее оказался для меня лично. Ладно, графика, звук, все понятно, создателей мы знаем, игровой процесс мы в курсе, давайте уже начнем что-нибудь будем посмотреть. Сразу вспоминаю этот мультфильм про самолетики. Самолеты в мире, в котором живут тачки. Очередную какую-то страну 25-го мира придумали, теперь Медичи. Местный памятник очередному диктатору, как они любят это. Ёпты. Так даже этот не умел. Том Круз, ёпты, так дерзко не разминировал. Настоящее безумие! Марио Фриго. Заставка такая, даже не знаю. Что-то от Borderlands, а что-то даже, как мне кажется, от GTA-шечки. О, карьер копает. Мощь Бавария. Бавария, мощь. Подозрение, что мне придется изъять аудиодорожку из этой записи, потому что Square Enix любит вставлять в свои игры монетизированную музыку. Сжечь его. Не сжечь, а расстрелять! Это было так похоже на Сталина. Ну-ка, что за БМДшка поехала на такие арматы? Как и положено любой уважающей себя лицензии, после заставочного ролика игра зависла. У меня все лицензионные игры, какие попадают на мой винч, ведут себя очень странно и работают хуже, чем пиратки. Традиция есть традиция. Может, ничего хорошего и нету. Это для повстанцев. Так, и тут Индиана Джонс
консультирует Клайва Оуэна, как ему... Как ему что? Как ему нагнуть этот, видимо, очередной остров? На руке у Клайва Оуэна одета, видимо, эта вот херня ассасинов из этого... Из последней части Синдиката. Посмотрел сейчас видосик товарища. Как... Ассасины теперь как Бэтмен летают на крюке, оказывается, по крышам зданий. Фееричное дерьмо. Так что, ты встречаешься со своим другом, да? Да, с Марио. Я 100 лет его знаю. Да, я встречаюсь со своим другом Марио. Мы знаем друг друга 100 лет и любим. И теперь можем пожениться. А теперь... Что? Что ты задумал, сынок? Кое-что хитрое. Сынок, послушай папу. Поехали. А, пару ракет в карманы не хочешь засунуть? Пару гранат, вон они лежат. Отлично. 40 FPS во время взрыва в 20-ка. И начинается трешак. Уничтожить. А он стреляет нам вскидку, даже не прицеливаясь. Вот так вот, сука, Russian солдат будут воевать с Америкой, бля. Уничтожать ПВО из, сука, противотанковых РПГшек. Противотанковых гранатометов. А вон там какие-то люди на дороге стояли, но исчезли. Я так понимаю, что больше 30 FPS моя видеокарта здесь не выдаст. Если запись выключу, может быть, будет 40. Это при том, что, ну, на героя неплохо трепещет, трепещет одежда на ветру. Трепещет она, как девочки при виде Брэда Питта. Прям колышется так. Но это не может же съедать всю графику. Просто тут, ну, от дальности отрисовки базара вообще не идет. Спецэффекты, ну, я не знаю, самолет, ну, Ваномас потом расскажет, какого года текстуры у этого самолета. Ага, все, вот и высадились. А я что-то не вижу парашюта у него на горбу. Так правильно, зачем? Сейчас я, подожди. А, парашют все-таки был. Я думал, надо на эти... Как его? Тормозная система, которая на горохе работает. Включи, блядь. Я думал, надо до воды долететь. Но это такой супергерой, что он, походу, может летать и на этом, потому что он может просто все. Когда он бегает, у него в штанах даже слышно, как звякают друг об друга свинцовые яйца. Я парашютист известный, поэтому я не знаю, как управлять. Почему мы вообще не падаем? Почему у нас парашют прозрачный? Он, знаете, как это, из колготок сделанный, короче. Из бабушкиной колготки, сука, парашют. Да как опуститься-то? Давай, дерни за ниточку за какую-нибудь. Ой, я по скалу сейчас. Еблысь, нормально. Финиш. Спецагент. А, выстрелить крюком, ну да. Си, это я. Я все... Мышь 2. Мне что, вторую мышь подключить или что? Причем тут мышь 2-то? А, вот она заработала. Надо автомат вытащить. Вот. Вот так перемещаются по игре Just Cause. Просто юзаешь крюк и вытаскиваешь парашют, и отпадает возможность езды на необходимость езды на каких-либо машинах и каком-либо транспорте, потому что крюк... Здесь милиция! Бей! Это просто... У Спайдермена паутина не такая полезная, как крюк. Он и оттачить может, он может и... придавать каких-то ускорений. То есть это такой... Мне больше интересно, что за многоразовый парашют у этого человека, как он складывается и вытаскивается каждую... Просто с интервалами раз в 15 секунд, там раз в 10, можно вообще... То есть он постоянно его выбрасывает, потом он куда-то девается, потом снова его выбрасывает. Но ты по-прежнему лезешь на рожон, а надо сидеть в укрытии! Крутые пацаны на взрыв не смотрят. Сразу видно, у кого из них меньше член. Можно даже и не мерить. Просто невероятно.
Да я... Это как третьеклассник, который в кино на боевик сходил и другу рассказывает спойлеры. Повстанцы в беде. Надо идти. Эй, Марио. Я поведу. Повстанцы в беде. Моют жопы. Ай, блядь. Марио, я поведу. Давай на крюке полетаем. Нахрен вам. Марио, ты техосмотр-то прошел? Поскорее, Рико! Это самый вообще дурацкий прицел, который я в игре вообще видел. Почему вокруг него летают вот эти кружки? Почему? То есть, почему? Нахрена он крутится? У, сесть в транспорт. Обожаю, когда кнопки, которые надо нажать, переводят на русскоязычную раскладку. Я знаю, где Е, я не знаю, где У. Я путаюсь. Need for Speed Style. Навигатор на дороге прям нарисован. Да, 30 FPS у меня выше практически не поднимается, что свидетельствует о том, что оптимизация у игры так себе, если не сказать, что говно полное. На 660 на своей, на старой видюхе я бы тут сейчас уже не играл, потому что... ладно, в Assassin's Creed, да, там в Синдикате, там фризы есть какие-то на тележке, когда едешь, но там и графика-то, хоть извините, там уже другого поколения. В Бэтмене там, да, у меня лагало, в Бэтмене вообще там отличный дождь, сам Бэтмен, все отлично нарисовано. Здесь, если графику сравнивать с Assassin's Creed Syndicate и Batman Arkham Knight, это просто канализационные воды, это даже не земля и небо, это, блядь, это, не знаю, орбита Марса и канализационные воды Уганды, блядь, я не знаю, в Уганде есть канализация? О, ВФМчик, смотрите, или... Нет, я угораю, не знаю, что это за танк. Нахрена, я не буду вылезать. Я их на машине перееду. Пацаны, такси, такси, визивали, сющи. За проезд, за наезд. Либера. Я знаю только одно Либера, подгузник, подгузники Либера. А это, знаете, короче, как это, на гоночных тачках там спонсоры написаны там. Вот, спонсор моей машины памперсы Либеро. Может, в танк можно залезть? А, с танка кто-то колеса. Танк уже на кирпичи поставили. Какое же дурацкое управление, когда крюк на правую кнопку. Я на правую кнопку прицеливаться привык. А присесть-то тут можно, а прилечь? Да о чем я, ёб твою мать? Какая в этой игре присесть, прилечь? Да, силы были неравны. Бум! Бомбанул пердак у главного героя. Сейчас я прикинусь мертвым. Хватит, они поверили. Как сесть? Как лечь? Как, ёб твою мать, что-нибудь сделать-то здесь? Блять, извращенская игра. Человек-паук. Трос из рук. Я думал, он сейчас двоечку ногой сделает. Да, ёб твою мать. О, я, по-моему, нашего валю. Ничего, ООНовцы простят. К нам идут войска ООН, голубые каски, ёптать. О, смотрите, Татнефть здесь построили. Так, как... О. Все, супергерой едет спасать мир. Джон Коннор. Где ты, Джон? Меня послали из будущего. Ай, прям в пердак. Настоящие пацаны стреляют, глядя в зеркало заднего вида. Она окружена на ферме. Найти кого? Прием, прием, хуёво слышно, прием. Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете. Марио, Луиджи. Блять, я думал, она опять зависла. Нет, она, слава богу. Можешь взять вертолет? Теперь я буду кино показывать. А, минута 33. Надо лететь, надо лететь. Давай. Давай. Да ебаный, как тебя включить?
Спуск. Ну чё, вспоминаем миссию в GTA-шке на вертолетиках. Как, блядь, вперед-то, ёпта. Доброе утро, граждане Медичи. Я, как вы поняли, теперь представляю новостную сеть Диравелла. По-моему, флаг на Иран намекает. Мне кажется, следующая демократическая автопати Соединенных Штатов состоится именно там. Имели место мелкие антиправительственные выходки, но сейчас войска уже подавляют последние... Америкосы просто мастера таких намеков невидимых. Помните, как в «Аватаре»? В «Аватаре» этот морпех сказал, что он в Венесуэле был раден, а этот говорит такой: да, Венесуэла жаркое место. А на ту пору просто вот как раз наши стратегические войска стали там совершать полеты по приглашению Чавеса. Я помню, в кинотеатре люди заржали реально, когда это услышали. Кстати, сложность в игре, по-моему, нельзя было выбирать. О, агент 47 отдыхает, когда воюет Марио. По-моему, я сейчас должен был располовиниться об вертолетный винт. Бля, я мечтал о миссии со стационарным пулеметом Терминатора с детства. Ты же обещал не убивать! Потерь нет. Та-да-дам. Блять, ну тут потери, походу, есть. У меня в детстве даже был этот журнальчик с наклеечкой. О, черная акула прилетела, смотрите. Пиздец. Вот они, демоны. Нашу черную акулу невозможно сбить. Все же об этом знают. Был, помню, такой фильм мега олдфажный, еще на видеокассетах с названием «Черная акула», вот про этот вертолет. Типа «Наш ответ воздушному волку». Я не знаю. Кто видел, кстати, на торрентах VHS рипы до сих пор лежат. Дайма Али Умар Аль-Масри, нихера себе, какое имя. Ладивидная цела? А, эта модель крюка устарела. Это настоящая древность. Ее давно пора улучшить. Заходи ко мне, когда будет время. У вас что, уже какие-то в моде другие крюки? Дайма, я тоже рад тебя видеть, Дайма. Дайма, мы, блядь, с тобой нахрен не успели поздороваться, как ты меня обосрала, блядь. Это ненормально. А аномалия — это как дальние родственники, которые тебя не видели 4 года и говорят, что ты располнел. И ты такой: да, тетушка, высыпите комплиментами. У вас тоже годы не пожалели, если чё. Деспирадо, миссия выполнена. С возвращением. У тебя все еще старый крюк. Загляни ко мне за улучшением. Старый крюк. Старый крюк борозды не портит, ёпта. Ай, блядь. Эта игра, походу, по количеству загрузок решила с Fallout'ом письками помериться. Восстание в Медичи — опасная затея. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что, не связанное с клонами. Идем. С клонами? Улучшенная модель. Мы можем приступить к испытаниям. У тебя остался твой парашют? Си. Отлично. Я довольна, что нам удалось снизить число аварийных отказов. Конечно, мы были осторожны и думали о безопасности. Это не наши там джипы «Тигр» стоят на заднем плане? Дайма. Помнишь Гватемалу? Я не гожусь для работы в поле, и тебе пришлось меня спасать. После Гватемалы мне поручили изучать Баварий. Любопытно, что Баварий встречается только в Медичи. Да, пивоварную Баварию я бы тоже изучил. А в очищенном виде может стать мощной взрывчаткой. Мне поручили изучать Балтику 3. Ох, Рика, Баварий попал не в те руки. Мы это исправим. Баварий. Я знаю, что ресурс Баварий. По-моему, уже такое пиво, как Бавария. А оно у нас вообще было? Жите, золотая бочка была, Бочкарев был. Что там бы еще было? Да. А. Но По-моему, была какая-то Бавария, нет? Я просто маленький был в то время. Типа. Впрочем, никаких отговорок.
Я помогу. Встретимся на посту гвардии Альфа. Я теперь не буду, короче, поможешь это... Поможешь мне испытать кое-какое оборудование. Как вот... Буду молодиться, короче, вот, не буду. А то все думают, что я прям суперстар. Так, чё? А, ну да, загрузка, конечно. Конечно, после такой шикарной заставки надо прогрузиться, бля, как следует. Тихо, запусти крюк, а когда будешь сматывать, открой парашют. Это что-то итальянская архитектура какая-то уже тут пошла, по-моему. Греческая, греческая. Хорошо, теперь попробуй еще раз. Исключим везение новичка. Это на Бэтмена похоже все-таки. Это становится охеренно похоже на Бэтмена. Ну, пиздец. Она опять не работает. А надо подпрыгнуть, что ли? Отлично. Встретимся на посту гвардия Альфа. Да, вот так я и перемещался по прошлой части. Нет, не так. Я как-то там ловчее все было, блядь. Крюк. Прыжок, крюк, прыжок, крюк, парашют. Уял. Ой, бля. Я не знаю, у этой серии вообще есть как, хоть какие-то фанаты, вот, ну серьезно. Сюда. Которым, сюда, блядь, такое? Больше 12 лет желательно. Потому что. Вот так. Взрыв предотвращен. Взрыв? О, безопасность прежде всего. По-моему, мы это видели в заставке минуту да, назад. Идем. Если я ее смог восстановить, потому что, опять же, игра зависла и... Я буду это исправить. Ты же не боишься летать? Видосик нет, немного конечно погиб. Конечно нет, агент, боящийся высоты. О, это повстанцы. Салют, салют. Салют. Салюты. Что ты со мной сделала? А, торжество технологий. Твой крюк усовершенствован. Вероятность случайного отделения конечности стала меньше. Теперь... Ты можешь цеплять сразу два объекта и притягивать крюк. Твой друг Марио предложил назвать устройство крюкохват 03. Но не думаю, крюкохват что юридический 03. Отдел согласится. Думаю, начать можно с поста гвардии Альфа. Как там в Футураме было? Скутипав-младший? Скутипав-младший, настоящий мусор. Я обратила внимание, что повстанцы плохо. А крюкохват это вообще, блядь, что-то из Гарри Поттера. Наверное, мало каши едят. А, я понял, это тёлка Гарри Поттера, с которой он там на танцы ходил. Выросла. Но выросла и стала повстанцем. Всё меняет. С этой штукой можно будет а? Разнести. Да, крюкохват это, бля, реально гоблин. Причём там какой-то в банкир. Выстрела. У меня аж память-то, ёптать, как у робота. До сих пор помню, кто мне денег должен еще с 90-х. Так, удерживайте мышь. Что происходит, блядь, в этой игре? Уберите трос. Как его, блядь, уберут-то, нахуй? Он убран уже. Удерживайте shift, блядь, уберите трос. Ебать, как тут классно все работает. Затащите бочку в ворота. Блядь, а ничего, что они, сука, закрыты? Так, я ее. Я ее маму делал. Это просто говно, блядь. Я ебу, это просто. Нажми на левую, нажми на правую. Сука, я в машину, когда сел, блядь, в автошколе, там и то с коробкой передач проще было разобраться, чем с этим говном, блядь. Нажми левую, нажми правую, shift, хуифт, блядь. Может, эта игра вообще на геймпад заточена? Просто очень жестко на геймпад, наверное, заточена. Ни один вопрос, нахуй у меня вообще эти бочки.
А че же она в прошлый раз-то не взорвалась? Вот это вот неплохо. Все, я понял, как это говно работает. Не знаю, откуда у него километры трос. Километры превратятся в прошествие. Нет. Что-то там дальше. О, нихуя. Главное, я, наверное, блин, ничего не понимаю в этом мире, но я не вижу никаких механизмов, которые притягивают этот трос куда-либо. Посмотрите, он просто... Сейчас, вот. Вот, я отпускаю. Вот, смотрите. Здесь тросик просто торчит на каком-то штыречке, и там точно такой же. А что к чему притягивает? А, они, наверное, магнитные. Наномагниты, конечно. Да заебись. Ну, я не знаю, это... ну, блин, да, 12 лет. Вот, сука, возрастные ограничения этой игры — это 12 лет. Вот. Если кто-то старше, я думаю, то это уже так смотрится. Не, смотрится хорошо, глаза радует. Блять, Китай, фейерверки, да, сука, праздник. Новый год каждую неделю, херач. Пандак панай. Просто в плане геймплея это вот так похоже на Red Faction, где надо было все сносить. Но там хотя бы кувалды надо было сносить. О, сейчас походу будет вообще мега. Бум, блять. Куда покатилось? Не, это прикольно было, кстати, на самом деле. Да, втягивание. Всос починили. Дожди. Ооо, круто как, блин. Хотел притянуть ее обратно. Не, вот это все красиво, это все классно сделано. Главное унять бомбеж в заднице от первичных впечатлений от управления, и все нормально. Но и не задумывался о том, как работает вообще все здесь. Ну это же игра, какая разница. Что за неряшливая работа? Это не фаервол, а решето какое-то. Я надеюсь, что в этой игре вся суть заданий будет в том, чтобы сносить здания какие-нибудь. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. Почему главный герой, интересно, в этой игре не секси? Он должен быть как Том Круз, а он какой-то старый, жирный, бородатый исламист. Вот так. А еще у него очки фосфор... Блядь, часы фосфором светятся при солнечном свете. Готово. Теперь у тебя есть... Теперь ты Эль Бетмондо. Марио. Начинать лучше рядом с обрёвом. Слышу, Жан-Поль Бельмондо. Вот ты Жан-Поль Бетмондо, ёптать. Надеюсь, сработает. Она в подмышке вшила какие-то эти... бабушкины, блядь, заплатки. И я на этом кишлаке летать должен. Мы должны сделать всё как следует. Эта игра теперь сделала еще один уверенный шаг в сторону к тому, чтобы быть каким-то клоном Бэтмена безумным. Спрыгните с утеса. Ху-ху-ху, блядь. Надеюсь, сработает. Да ладно, вы чё, кокс нюхаете, что ли, всей толпой? Это кто ж так, блядь, испытывает-то? Ну ладно. А тут медленные шаги-то есть. Музыку. Дайте музыку. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел Блядь, на какую кнопку-то нажать? Ну и чё, я вошел в землю без брызг и оставлю 10 баллов. Мне надо было это, идти в прыжки, блядь, в прыжки в воду. Не, ну в землю тоже нормально воткнулся по самые ботинки, наверное. Это сейчас он Сириус Сэма косплеит, да, стоит? То ли с огнеметом, то ли с пулеметом. Дайма! А Винксьют-то хорош! Белка летяга, ёптать. Вау!
Тихо-тихо, елдак об асфальт не сотри. Я дала тебе GE-64. Заебись, пойдет. С Баварией и взрывчаткой. Тогда начнем с моста. О, ПВО панцирь С. Так, надо его куда-нибудь, этот панцирь, наверное, убрать отсюда. Соединим его с... Да? Вот так на сетке разминировать. Хм. А если я в гелик сяду, я смогу его спихнуть? Это не гелик, это Range Rover, наверное. Хотя нет, больше на гелик. Гелик, ёпт. У меня хуй. Глаз набит на гелике. После физрука одни гелики по городу ездят. Давай, ёптать. Сноси, сука, падла. Интересно ж посмотреть, что будет. Да, физика на высшем уровне. Я понимаю, что трудно сделать, чтобы машина разбилась, но она могла бы хотя бы взорваться, вот, реально. Ну, блядь, а что с машиной будет, если я ёбнусь? То же самое? Балансом машины еще можно управлять в воздухе, чтобы она ровно на колесике встала. Ну хули, Гелендваген, чё? Там, они, это, Das Auto, или как там? Чё надо сделать-то? А, Caps Lock, выбрать взрывчатку. Я, наверное, должен, наверное, блядь, наверху стоять. Интересно, я вообще наверх-то вернусь как-нибудь? Ёб твою мать. О. О. Так. Заложить. Наложить, ёптать, могу только. Капслук — это взрывчатка, так понятно. Очень удобно. Иду к точке наблюдения. А где у нас точка наблюдения? А. Бойцы Деравелла движутся быстро. Это пожалуйста, что такое? Поторопись. Почему он не стреляет своим вот этим вот, когда на парашюте летит, я что-то не врубаюсь. Отлично, ебать. Ну ты что, ебать, совсем что ли? Давай уже. Сейчас я победю эту хуйню, подождите. Я поборю гравитацию, да. Какой милейший домишко. Так, точка наблюдения. Так, готов к прибытию конвоя. Удерживайте кей. Ну, я удерживаю. Окей. А как взорвать-то? На какую кнопку? Вояки Деравелла даже не поймут, что случилось. Ой! Последний реально мог успеть остановиться, но не стал этого делать. Отлично. Стадный инстинкт. Это игрок, игрок Armored Warfare. Все едем, все сливаемся. Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечать будем вместе. Бригада. Упс. Это перепрограммировать то, что я уже взорвал? Look my style, bitch. Блядь. Ебучая инверсия. Чувак, я бы на твоем месте на вторую скорость бега уже перешел. Ах, вот почему она не взорвалась. А. Сейчас. Мы доберемся. Парашют, блядь. Ну, взломать, ёб твою мать, взломай. ЗРК. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее. Этот Боинг летит, время взламывать ЗРК. Это кто там? Решил пердеть в мою сторону. ЗРК уже пытается от меня уехать куда-то.
Удерживайте Кей. Ёпту мать. Целая эскадрилья черных акул, смотрите. Где у них тепловые эти ловушки-то? Блять, это ЗРК вообще попадать будет сегодня? Да, это не наш панцирец, это говно какое-то. Спасибо, Дайма. И спасибо, что побыл морской свинкой. Что-то ни один пилот не выпрыгнул на парашюте. Ответь, Рико. Алло, это я, Марио. Марио! Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Тетя Сара будет готовить. Я только что сбил 4 вертолета, Марио. Я хочу кушать котлетки что? Твоей бабушки. Да у всех они есть. Да ёбаный ты в рот, а. Прием. У всех? Да ну что ты делаешь-то за тупище? Прием. Дались тебе эти камлинки. Бабушка уже на кухне. Не опаздывай. Прием. Я хуй его знает, в этой части, по-моему, невозможно перемещаться на трассу. Убейся нахуй, господи, уже. Рико, еда стынет. Бабуля рассердится. Давай скорее. Пошла она в жопу, твоя бабуля, ёб твою мать. Я пытаюсь освоить сложности. О, все, Бэтмен, Бэтмен. Не, классные полеты. Есть над чем поржать. Как ты похудел? И скажи Марио, чтобы он убрал хлам с газона. Конечно, бабуля. Мне кажется, сзади у меня крепление под джетпак. Бабуле не нравится машина. Она ей никогда не нравилась. Ты ее не доделал. Я ждал тебя. Я тебя, между прочим, не виню. За то, что ты пропал. Марио, у меня не было выбора. Какой знакомый голос знаешь, у этого чувака, который озвучивал этого Рико. Но есть разница между тем, на что ты смотришь и что ты видишь. Посмотри на Медичи. Жемчужина под ярким солнцем. Но когда ты видишь Медичи, то понимаешь, что все прогнило. Когда это ты заделался философом? Да не в этом дело. Я помогаю повстанцам. Ничего масштабного, у нас и армии-то толком нет. Ты же видел атаки во время недели Деравелла. Повстанцы бежали, прятались. Позорище! Марио! Рико! Пора ужинать! Гранматре, дай нам еще. Какой ужинать? Время 12 часов дня. Пожалуйста! Марио, уважение. Она глуховата. Респекто, Марио, респекто. Или мне что, Дону Корлеоне позвонить? У меня есть план. Деравелла удерживает города и поселения. Но без своих баз он лишится силы. Мы должны найти соратников, собрать войска. Я освобожу Манею. Блин, этому герою не помешало бы реально. Да нет, не слишком. Мы лицо жилетом поскоблить немножко. Задолбал оброс, как этот маджахет, сука. И еще я собираюсь разрушить Вис Электро. Это безумие. Пришло время вырубить свет. Сколько времени Деравелла строил электростанцию? 3 месяца? 4? Я за день превращу ее в дымящиеся развалины. Чтобы ты ну да, забыл, правильно, нахуй нам электричество. Мы тебя поддержим. Давай еще эту местную ядерную станцию разбомбим, пусть тут Чернобыль 2 будет. Бон, муй бон. Мальчики! От всей этой болтовни я здорово проголодался. Идем. Идем, нальем Чинзано. Да. Как-то мало экшена в кадре. Все больше какие-то разговоры. Хочется уже что-нибудь еще взорвать. Эта игра будет во мне пиромана. Ну и конечно. Привет, Рико. С возвращением. Ну и конечно, полеты вообще это огонь. Лист. Это веселее, чем Бэтмен. Вау, блядь! Хуем цепляйся! Ты хочешь освободить Манею и уничтожить станцию Виселектро? Честно говоря, не терпится посмотреть на тебя в деле. Свяжусь с тобой, когда ты будешь ближе к месту.
Я как этот, как начинающий супергерой учусь летать. Правильно, нахрен нужны эти всякие эти машинки, там это было бы совсем GTA. А, выберите следующую миссию. Лаванда. Како алакос бая. Да как, блять, выбрать миссию-то, ёпта, чё нажать-то надо? Air-фильтр, ну давай. А. А, это я вот этот пиздюлька, мне сюда надо? Я думал, просто Эль Торро это я, нет? О, у них и катера здесь есть. Рико, приветствую в Манере. Да что надо-то, ёбаный насос? Выбрать, спайс, выбрать. Не выбрать спайс, вернее, а выбрать пробел. Ну... Да, ёпта, иди ты нахер, господи. Это моя родина. Так что мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. Судя по подошве... На главном герое одеты ботинки из этого, из спортмастера какого-то. Блять, забыл. Рингера, ёпта, это Ральф Рингера. Чё, крюк из воды не работает, да? Отстой. Ну, вода тоже такая. О, вот, вот, вот это красиво. Вот, вот, дай, нырни нахуй. Ёб твою мать. Вот, вот это красиво. Вот это ништяк. Сразу водичка. Просто на уровне Assassin's Creed Black Flag. Вот это сверху классно сделано вообще. Только у главного героя пузыри из жопы идут постоянно почему-то. Но красиво. А вот так вот сверху вода говно полная. Да. Ты как с бабы слез, блядь, а не из воды вышел. Слышишь, ты что делаешь-то, ёптую? О-о. Да, так, наверное, Робин у Бэтмена и помер, блядь. Мам, дуракам только дай бэткоготь. Блядь, ну как наверх забраться, если твой герой долбоёб? Ну ёптую иметь, а. Ну вот. Ну вот неплохой способ. Каждое утро на восходе. О, Сталин опять речь толкает. Сладкий воздух Медичи. Сегодня утром на восходе немецко-фашистские войска атаковали. А, это флаг Италии, они. Не, ну и звездочки. И Иран, и Италия одновременно, наверное. Блять, я вообще где, собственно? Манея. Ну, сзади где-то Манея, чё? Да, этот голос! Заставь его замолчать! Больно! Расстаетесь с жизнями ради сохранения стабильности! Да, ёб твою мать! Я потрясён вашими жертвами! И каждый день стараюсь оправдать ваше доверие! Дискотека отменяется. Шикарно. Там вон оружие какое-то написано. А вон следующее. Человек... Человек-мудак! Человек-мудак, об стенку хуяк! Как вам слоган? Я так понимаю, вся эта миссия заключается в том, чтобы наломать динамики, да? Ну, чё, бочка? О, о! Каждый раз, как в первый. Да, согласен. У меня так с девочками. Постоянно забываю, чё делать надо. Да, ну в общем понеслось, все понятно. У
Боевая зона, ну так и чего? Дверь-то надо открыть, нет? Не, прикольно, вот это говно работает. Нет, туда не пройти. Ну понятно, короче, я вроде зону зачистил, получается, да? Ай, жопу поджарила. Не, надо здесь главное к управлению привыкнуть. И будет все вообще нормалец. Будет вообще все отлично. Да ёб твою мать. А тросик не дает открываться, смотри-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Жалко, пушку нельзя с пола подобрать нормально, как я понимаю. А, нет, можно. Правда, я на полу не вижу, она вроде как исчезает. Но из невидимого пространства ее можно взять. А, нет, вон он светится. Повстанцы вооружены дробовишами, походу. Поэтому эффективность их огня примерно ноль. Там эта проволока колючая. Похеру. Главный герой яйца-то из стали. Ему пофигу. Оружие 40 метров. Упал с третьего этажа, пофигу. О, можно взять. О, извинения, это хорошо. Какая-то музыка играет такая бодренькая. Ну понятно, больше что делать. К вам направляются вертолеты поддержки. Да вон он на крыше сидел. Рядом с ним летят два айронмена, походу. Мне нравится, что люди стоят и смотрят на все это, им пофигу. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Кому он это говорит? Нанести ущерб, вызвать повстанцев. Вызов. А мы вот так, ёпта. Вот так нахуй. С неба льет кровавый дождь. Не, ну лучше не увлекаться. Не, это, конечно, дикий ржач. Все тут хорошо, только квесты тупые. Они как были, походу, тупые, так такими же, блядь, и остались. Уничтожать громкоговорители, зачищать какие-то военные посты. Все это раз за разом. И надоест это все уже после пятого примерно. Задание. О, а, наверное, статую надо уничтожить. Я помню, что я статую панда Капаная уничтожал. Теперь статую Сталина надо взрывать, наверное. Из гранатомета. Уничтожь статую, Рико. Ну да, я так и думал. Мало того, что на нее птицы срут и уничтожают вождя. Я бы, блядь, с удовольствием уничтожил, если бы смог приземлиться на этом куске дерьма. Блядь, так сколько долго можно летать, наверное. Ну вот почти, вот давай на балкончик. Оп. Так, ну что, ломать будем по-научному или тросиком? Тросиком или с ракетницы? Давайте, знаете, как профессионально обрушим на кафешку вот на ту. Сука, падла. Ты что ты делаешь-то, ёб твою мать. Ох, какой, бля. Вот. Сейчас я его за ноздрю, короче, зацеплю. Вот. Где кафешечка-то? Сюда. И ну-ка. Хуя там плавала. Ну тогда на. Сука, падла. По-тихому никак. От статуи одна жопа осталась.
о нападении на статую. Уточняй. Ну понятно, что базука тут походу это лучшее оружие на свете. Вообще шикарненько. Отправка дополнительных сил одобрена. Подкрепление скоро будет у вас. Ну идите, ублюдки, попробуйте. Не, я так понимаю, что надо сваливать, когда происходит вот эта херня. Солдаты направлены к вам. Держитесь. Я вижу, что мне надо, мне надо. Лицо генерала пугает людей. Знаете, лицо Сталина как людей пугало? Ничего. А, понятно, блядь. А вон ту рекламу не надо убрать, а то мне делать просто нехер. Чётенько, согласен. О, нихуя, там кто-то залезть пытается на своей... На своем этом, блин, мини-купере, бля. Ух ты, блядь. Они прохавали... Они в Fallout'е прохавали мое слабое место. Начали пользоваться гранатами. Да я манал ваше потребление. Как гранату кинуть? Вам подходят наши танки. Танки подходят? Не-не-не. Вот на эту хуйню я не подписывался. Давай, чувак, давай. Давай, пока танки не подошли. Угоним вертолет. Как это говно работает. У-у-у, с высокого старта. Полетели, блин. На бомбящем пердаке летим. Это система экстренного взлета отработана идеально. О, нихуя себе. Здравствуйте. Сейчас посмотрим, как кумулятивный снаряд справится с броней этого танка. Черные акули. Еще и корабль, блядь, ты посмотри. Они мне решили сразу всеми силами своими ударить, да, походу? Но им не поймать Эль Бэтмона. Эль Бэтмондо. Не надо, пацаны, я сам, блядь. А я жив еще, да ну нахуй. Ну все, тут они меня искать заебутся. Именем закона я конфискую ваш москвич. Сука, на тогда, блядь. Тогда в шиномонтаж езжай, сука, тварь. Не-не-не, ну-ка подожди-ка. Ты чё, мне тачку решил не отдавать, да? Ну-ка назад, тварёныш, блядь. Кинул пацана. Ты чё делаешь-то? Как отцепить-то? Куда, ёпты, забирай свою телегу. Бля, что происходит? Что происходит? Бля. Сука, это ржач. Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. О, он, она, кажется, собирается уехать. Я вообще хотел мопед выдернуть. Ваш запрос получен. Оу. Подкрепление уже в пути. Это что за дерзкий водитель такой? Сейчас, пацаны, подождите, надо это... Я мужика оштрафую, он что-то борзеет, блядь. Попутал совсем, что ли? Где, в какой автошколе таких учат, блядь? Сука, ты чё, гандон? Запрашиваю поддержку. О, мим. Мим побежал, нет? Блять.
Я еду... Си, сеньор, я еду на маленьком бисиклете. Тихо, тихо, из крупноша так куда так и... Опять яйцами зацепился, да ёбже, что я мать. Вот обратите внимание, какую позу надо принимать при падении. Но, к сожалению, мне попали 50-м калибром в почку, и я сдох. Да, да. Короче, игра называется просто ржач. Тут только ржать. Невозможно серьезно играть в эту игру. Вот только за то, что она заставила меня поржать, только за то, что в ней бывают смешные моменты, я ставлю ей 10 из 10. Как там кто-то в комментах писал? 10 подбородков Логвинова из 50. Вот. Сюжет, конечно, каличный. Графика, конечно, тоже говно. Но с таким количеством взрывов тут другую графику сделать было просто, наверное, невозможно. Но хотя бы ржака. Ржака это главное. Вот. В общем, на этом, думаю, первый взгляд можно закончить. Все. В общем-то, большинство, большую часть из того, что будет в этой игре, уже можно вы видели в этом первом часе. Ну и на этом, собственно, все. Так что всем спасибо за то, что посмотрели. Так что что-нибудь жмите там, что-нибудь там пишите. На рекламке можете пожмакать, можете друзьям рассказать. Можете маме пожаловаться. Нет, я еще раз, пожалуй, полетаю. Вот красота какая. Ах, красотища, ёпта, вот это виды. Не то, что этот Бэтмен по самому Готэму летает уже восьмую часть, как дебил. Интересно, я смогу пролететь в эту рамочку? Эй, в чем дело, ребята? У тебя есть выбор. Проваливай или умри. Это что за дурак, блядь? Тупой, что ли, совсем? Как забрать у него ствол? Вместо пистолетов. А, вместо РПГ-хи. Опасная штука. Как целиться ты из нее? Мышь 3. Вау! Volkswagen Golf, стоять, ёпты. О, смотрите. Начинаем поисковую операцию. Водилу, водилу вынес. Как можно скорее. Короче, понятно, походу тут в этой игре еще очень много работы. Все, чуваки, адьё. Ну и напоследок, чаечкой.